Hi guys, this is West TV, and in today's second episode of Club Zone, me, Beggy Sadikov, and Laziz Hajaev are visiting Makeup Club with their special guest, Nargiza Akilova. Let's see how it went. Можно ли выдавливать прыщи? Товарищи, прыщи выдавливать нельзя. Никогда, категорично, ни в какой ситуации. Нет, нет и еще раз нет. Либо, если у вас очень много терпения, денег и времени, можете выдавливать, а потом приходить к нам на шлифовку рубцов постакне. Это займет у вас очень много времени, это займет у вас очень много денег. Поэтому я вас очень прошу, не трогайте, дайте элементу созреть, пройти все свои стадии, перейти в закрытые черные комедоны, как это в народе черные точки называют. Только после этого их можно извлекать из лица. Что нельзя есть человеку, который хочет чистое лицо? Девочки, три основных фактора – это сахар, это глютен и это молочка. Почему нельзя? Объясню. Потому что сахар – это питание для наших бактерий, это провокатор. Запомните, те, кто ест много сладкого и много сахара, никогда, слышите, никогда у вас не будет хорошего лица, чистого, белого, без красных пятен, без высыпаний. А второй фактор – это молочка. Вы будете удивлены, да? Все наши бабушки испокон веков говорили: ешьте, ешьте, пейте молоко, ешьте творог. Но нет, у многих людей, к сожалению, на сегодняшний день есть такое, как лактозная непереносимость. Это у нас недостаточно фермента, который перерабатывает молочные продукты, лактозу. Узнать это наверняка мы можем, сдав генетический анализ, либо анализ на лактозную переносимость. И второй более легкий метод – это исключить на 3 месяца из своего рациона молочные продукты, все, но за исключением кисломолочки. Кефир не является исключением. То есть кефир вы можете пить. Это уже переваренный продукт, там уже очень малое количество лактозы содержится. А все остальные молочные продукты в виде эксперимента исключите из своей жизни на 2-3 месяца и посмотреть, будут ли улучшения лица. И третье – это глютен. Также, к сожалению, у многих есть понятие глютеновой непереносимости, и у многих высыпаний на лице связаны с потреблением большого количества глютена. Также в виде эксперимента исключите глютен из своей жизни на 2-3 месяца и последите за результатами, слышите свою кожу, услышьте ее, следите за ней и чувствуйте. And now Madina Ismailova, leader of Makeup Club, will briefly tell us what will happen in club in near future. Today makeup is an art and mean to express your uniqueness. We want to create a beauty club for girls to help them to emphasize their natural beauty and also give confidence to themselves. In a club sessions, we will teach girls all beauty secrets. Also, we want to invite famous makeup artists, cosmetologists, and other members of beauty industry. If you want to become a member of Makeup Club, just follow the link that we will leave in the description. This was the second episode of Club Zone. See you next week!